Приветствую всех сегодня на канале, и это первая РПшечка. Главный герой это у нас черная копейка бандитская. Так, что у нас еще есть? У нас наша восьмерка полицейская. К сожалению, ну, больше другой рисунка я не мог сделать. Так, и копейка на подстраховке. Так, давайте стартуем на черной копейке. Так. И все, и поехали на восьмерке. Поехали быстрее, она уже далеко уехала. Вот, почему я гоняюсь за копейкой на восьмерке? Восьмерка у нас быстрее. Соответственно, дёра же есть у копейки какая-то, поэтому ее нужно догнать. Если мы будем снимать на копейках, я по-любому ее никак не догоню. Так, и чё? А, нет, едет. Так, давайте его подобьем. Ой-ой-ой. Задом. Разворачивает. Что нам подбили, получается? Нет у нас задних стекол. Подбили фару. Все, газуем. Почему? Зачем у него поворотник? Я вроде не включал. Так, что, все? Приехали? Нет. Блокируем его. РПшечки тяжело снимать, скажу так. Он весь разбился уже, вот. Так, все. Вот, мы заблокировали, он больше никуда не уедет. Это 100 пудов. Можно считать победой. Да, в принципе-то. Противник пойман. Респауним. Так. Респауним. И поехали. Сейчас дадим меньшую дёру, потому что, блин, он уехал. Он уехал очень далеко. Так, ой. Ну, попробуем на копеечке доехать, почему бы и нет. Посмотрим, вообще, возможно ли это. Так, газуем. Ну, копейка не особо быстрая, догнать будет сложно. Вот я давлю тапку в пол, он уезжает от меня. Хотя, вон, догоняю потихонечку, в принципе. Да, догоняем, не особо быстро он едет. Давай. Ну, вот, смотрите, педаль газ в пол. Едет, нихрена. Давай. В здание врежься. Врежься в здание. Врежься. Все, тормози. Он уезжает. Ой, газуй. Давай. Газуй. Нет, ребят, больше уже не догоним, к сожалению. Кстати, когда противник у нас выигрывает? Когда он доезжает до конца карты? Да. Сейчас посмотрим, доедет до конца карты. Да, вот, все, он уже доехал. Все, ребята, мы проиграли. Мы всрали. Машине, которая ехала тупо прямо. Обидно. Вот именно поэтому я буду гоняться на восьмерке. Так, все, вот. Респауним. Так, переключаемся. И давайте попробуем поставить сюда черную восьмерочку. Посмотрим, сможем ли мы ее догнать. Так, меняем. Газуем. Так, переключаемся. Я не знаю, куда он уехал. Я зачем-то зарулил, не пойми куда. Нет, ребят, давайте респауним. Я что-то тупанул немножечко. Его надо было... Да, он не едет ни хрена. Так, все, выжимаем газ. Пусть он в эту сторону поедет. А то все в одну сторону едем мы. Так, ну блин, что-то я тупанул, да. А, что? Серьезно? Все? Мы тебя поймали. Ой. Так, а что это? Молодежное движение БПАН, да? Ладно, респауним. Вот, да. БПАН на занижении. Давайте вот так вот чуть-чуть. Все, так, далековато уехал, но думаю, что догоню его. Так. Все, разгон. Машинка у нас бодренькая. А где он? Не понял. Где он? Куда он уехал? Блин, вы серьезно?
Я просрал машину. Да, ну нет, где? Где он? Может, он в какой-то дом вписался, нет? Он, блин, где? Куда он мог уехать? Перед ним дом был. Как так-то? Давайте посмотрим, где он. Серьезно? Серьезно? Ты как уехал? Блин, это проигрыш. Ну, блин, я сам тупанул, я сделал так, чтобы он там дал ему большую слишком дёру. Поэтому вот, смотри, давайте разгонимся, да, подключаемся и газуем за ним. Так, поворачиваем. 50. Уже километров в час у нас. Вон он едет, вон он, вон он, вон. Ну, блин, едет он прямо. Не нравится мне вид от первого лица здесь, вот прям вот совсем. Ладно, вот он уже уезжает. Сейчас самое главное не вписаться никуда, потому что он уезжает уже к самому финишу. Опа, yes, он вписался в этот фонарь. Это круто. И есть большая вероятность его остановить. Все, ребята, мы это сделали.